Звук «В» в этом имени связывают с коммуникабельностью и способностью к творчеству. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Бывает, что обладатели буквы «В» в этом имени являются романтическими натурами, они способны быстро установить контакт с людьми, прекрасно разбираются в философии и психологии. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Часто люди с гласной «О» склонны к консервативному образу мыслей, и принципиальность сковывает их возможности. Люди с этим именем знают, что живут в этой жизни для того, чтобы выполнять роль арбитров в различных конфликтных ситуациях, а также нести утешение и надежду тем, кто в этом нуждается. В страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Люди с этим именем редко бывают физически сильны и выносливы, в отличие от людей, у которых нумерологическая цифра 1. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. «В» значение буквы говорит о коммуникабельности, умении жить в гармонии с природой и людьми, но и о некоторой ленности. Имеет глубокие чувства, проявляет умение обращаться с деньгами. Владельцы этого имени должны развивать в себе такие черты, как терпеливость, мягкость, уважение к другим, альтруизм, а также открытость и вежливость. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.